Фундамент из 20 свай, 7 километров от города Краснодар. Сложна гидроизоляция под брус. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я представитель компании СВ Фундамент по Краснодарскому краю и Адыгее. Мы находимся в садовом товариществе «Электрон», что 7 километров от города Краснодар. На данном участке был смонтирован фундамент из 20 свай 108 диаметра, 2,5 метра длиной, с толщиной стенки 4 мм, производство компании СВ Фундамент. Монтаж производился четырьмя нашими сотрудниками с помощью монтажной установки 3-метровых труб и 1,5-метровых удлинителей, что по качеству монтажа не уступает монтажу техникой. Далее был произведен монтаж бруса, обвязка свай брусов 150-150. С грунтом здесь проблем никаких не было. После плодородного слоя почвы локоть свая вошла в несущие слои грунта. На данном объекте у нас две сваи вошли немного глубже, чем остальные, в связи с чем были наращены до необходимой длины с последующим обрезом всех свай в один горизонтальный уровень. Все сваи заполнены цементно-песчаным раствором, после чего уже приватился оголовок. Все сварные швы были зачищены, покрашены грунтом марки Profilux. Далее уже проложена гидроизоляция под брус и делалась обвязка брусом. Брус 150 на 150. Стык бруса сделан запилом в пол бревна, как вы видите. Что очень важно, брус, целая неотпильная часть, лежит на оголовке. Этот узел очень важен в данном исполнении, в таком. Потому что если эта часть будет висеть не рядом с оголовком, а не опирается на него, то под тяжестью несущих стен брус может просто-напросто лопнуть во всю длину. Крепление бруса к оголовкам произведено болтами, так называемыми глухарями. Далее, здесь мы видим стык трех бревен. Эти два бревна запилены в четверть бруса, а верхняя часть в половину. Так сформирован данный узел. Все важные узлы были скреплены с углублением строительными скобами. Монтаж 20 свай на данном участке занял у нас 2 дня. На третий день была сделана обвязка брусом 150 по 150, как я уже говорил. Гидроизоляция бруса была сделана уже силами заказчика. Именно в таком виде мы передали объект заказчику. Стоимость такого фундамента нашей компании заказчику обошелся 66 тысяч рублей. Это монтаж свай под ключ. Обвязка брусом плюс еще 26 тысяч рублей. Все, спасибо за внимание. Встретимся на нашем канале. Спасибо ребятам, сделали очень хорошо, добросовестно. Молодцы. Работа очень нравится. Спасибо. Спасибо. Все, вам спасибо.